Мы сейчас находимся в городе Гетебург, в таком вот центре. Как этот центр называется у нас? Нурдстан. Нурдстан называется центр. И здесь такой китайский ресторанчик. Вон там вот можно все брать. Типа шведского стола, но китайский шведский стол, да? Вот, и сейчас перечислять как бы смысла нет, потому что там можно брать все. Но еда чисто в таком китайском стиле. Цена у него 10 евро на человека. То есть 10 евро платишь. И вот любую вот такую вот. И сколько хочешь ешь, да. Сейчас покажу, что есть. Видите, вот такая вот лапша. В общем, я, по правде говоря, не знаю, что это такое большинство. Но это все тайская еда. То есть, когда мы были в Таиланде, ели такую же еду, насколько я помню. По крайней мере, что-то похожее. Также есть вот салаты здесь. Здесь самый главный ингредиент – это рис. Вот, и еще входят напитки, то есть напитки тоже можно брать бесплатно. Ну, естественно, там не алкоголь какой-то, чай, а такие фанта, манта, вода простая, молоко. Вот я, допустим, молоко взял. То есть, вот такое вот молоко или вот такую фанту. Так, пока все. Вот, смотрите Анзор ТВ. Вот, всем, кто... моя банда... тоже ест вместе со мной, поэтому приятного аппетита им. Приятного аппетита, ребята. Да. Подключайтесь, присоединяйтесь. Присоединяйтесь.